Итак, ребята, всем привет! Сегодня пятый день чистки в мыле. Чистим, как вы знаете, а если не знаете, то мы чистим царские монеты, медные. Кто первый раз появился у нас на канале, посмотрите предыдущие выходы именно по чистке. Там я вам показываю монеты, которые мы будем чистить в течение недели. Сохран монет и какие итоги будут в конце недели, на седьмой выход. Сегодня я вам снова продемонстрирую все, что как нужно делать от А до Я. И я думаю, сегодня уже вытащим еще несколько монет, потому что вчера подходили несколько экземпляров. Снимаю снова в такой вот обстановке. За окном у нас уже глубокая ночь. Сегодня приехали с шурфа. Шурф был интересен тем, что подняли на шурфе буквально прям в считанные секунды раскопа кольцевик. Питак кольцевик. Ну а в целом видео получилось не особо грандиозное. Находок маловато. Но все мои видеосюжеты получаются интересненькие, чем-то как-то зацепляют вас. Так что смотрим. В ближайшее время у нас будут новые шурфы, новые раскопки. В общем, интересные. Не пропускайте. Обязательно подписывайтесь. Ну что, приступаем к вскрытию. Все делаем так же, как и предыдущие. Четыре выпуска. Достаем просто монеты вот в таком виде, нажимаем на них, из них все мыло выдавливается и отправляем в баночку с водой. Сегодня я вам покажу еще несколько монет, которые у нас подошли. До этого мы уже вытащили 5 монет. 4 из них Николай II. И одна монета деньга. Все, быстро мы справились. Сейчас я их щеточкой буду промывать. Ну что, а теперь промываем потихонечку. Для тех, кто первый раз попадает на мой канал, именно попадает на такой вот сюжет, я повторяться буду. После того, как я монетки вытащил из мыла, я их погружаю в горячую воду. И после этого я смываю с них все остатки мыла. Затем монетки я вытираю насухо. И прохожу щеточками своими волшебными. Латунная, стальная. Ну, я вам еще, конечно же, покажу неоднократно. Сейчас я все монетки помою вне эфира, чтобы не затрачивать ваше драгоценное время. Потому что некоторые говорят, что много лишнего. И чтобы я приступал сразу к конкретике. Ну, я не знаю, как вот конкретики сразу, если я стараюсь вам показать все подробно, чтобы потом не возникало лишних вопросов. А как? А что? А зачем? И почему? В основном такое регулярно происходит. Павел I очень хорошо уже подошел. Я думаю, к концу недели Павел I будет в хорошем, бодром виде. Но не сегодня. Зеленка на ней проглядывается. Итак, ребята, ну что, монетки я
сполоснул, протер и щеточками прошелся. В общем, получилось у нас как-то на пятый день неплохо. Хочу отметить вот эти три монеты. Мы их изымаем из числа монет, которые будут у нас продолжаться чиститься. Как вы видите, монетки в принципе отошли. Родная патина у них сохранилась. И монеты можно убрать. Больше с ними ничего сделать нельзя. Осталась вот такая вот патина светло-шоколадная. Три монеты. Три монетки сегодня вынимаем. Итого за 5 дней у нас получилось в родной патине 8 монет. Результат хороший. Что касается других монет, завтра тоже будет несколько вариантов монет, которые мы изымем. Они почти подходят. Вот эта монетка красивая. Получится вообще красивая. Рельеф высокий. Читается все очень хорошо. Так, павловские монетки тоже. Я думаю, к концу недели почистится. Рельеф хороший. Жалко, что на монете есть некоторые осколы. Зеленка до сих пор еще присутствует. Так, что хочу сказать по советским монетам. Родная патина потихоньку, как вы видите, сходит и чистится до чистого металла. Вот, возможно, некоторые монеты после чистки я слегка запатинирую, чтобы выровнять цвет. Да, мыло иногда патинирует, вернее, чистит вот с такими темными пятнами. Родной патина остается. Вот, небольшие пятна. Такие бывают монеты, так что не расстраивайтесь, если у вас что-то получится. Несколько монет в зеленке очень медленно отходят. Здесь была зеленка. Болячки сходят сложно. Что касается нашего пятака. Пятачок. Процесс идет. Но бородавки вот эти, жесть какие. Не знаю, как быстро мыло справится, но, по крайней мере, вензеля Екатерины уже отчетливо проглядывается. Вначале их не было, было видно вообще. Из всех данных монет меня только радует и интересно только вот эта двушка. 2 копейки Александра II. Чем она мне интересна? Тем, что это у нас пчелка. 1810 года, маленькие буквы, здесь корона широкая и с обратной стороны корона широкая. И это у нас редкая монета. Сейчас я вам покажу, насколько она редкая. Редкая, ребята, вот насколько. Смотрите, я вам уже озвучил, что корона реверс и аверс широкие. Вот она наша монетка. Стоимостью от 2 до 22. Вот она наша монета. Но здесь монета очень хорошего сохранчика. Наша же пчелка немножко подустала. Вот. Сохранчик, как вы видите, не особо. Имеются зеленые тоже болячки. Гурт, шнур. И здесь, к сожалению, даже дефект штемпеля. И сколы на монете. Но мне интересна только птичка. Только орел. Потому что в коллекции будет лежать орлом. Ну, как-то так у нас сегодня все это получилось. После 5 дней у нас получилось 8 зачетных, шикарных монет в родной патине. Смотрим и ждем 6
и 7-й день нашей чистки. На 7-м дне я буду подводить итоги, сколько у нас и чего почистилось. Впереди 2 дня. Ну что, ребята, продолжаем чистить наши монетки и погружаем все так же, как и предыдущие 4 дня. За исключением того, что у нас монеты поубавилось. Сегодня минус 4. Минус 4 монетки вывели забор. Минус 3. Сори. Извините, пожалуйста. 3 монетки. Это все 3 деньги. Я думаю, завтра у нас будут еще. Ребята, посмотрели видеосюжетик по чистке, 5-й день. В принципе, все получилось хорошо. Изъяли мы и уже сегодня еще 3 монеты, 3 деньги, 2 Анны Ивановны и 1 Екатерина или Елизавета. Там плохо проглядывается венделя. Да, Елизавета, точно. Вот. В принципе, все получилось хорошо. Родная патина состоит. И у нас еще впереди 2 дня. По итогам 2 дней, наверное, остальные монеты тоже подойдут. И 7-й выход видео мы будем подводить итоги. Что, как, зачем и почему. Возможно, будет еще один видеоролик, как я буду на некоторые монеты наносить патину искусственную, потому что во время чистки родная патина сходит, слазит до чистого металла. Такое тоже бывает. Также бывает пятнами. Ну и я вам показывал сегодня, что образуются кое-какие очаги различного цвета патины, пятна. Вот. И также монеты, которые, в частности, советские, это копеечка и трешечка, где проявляется уже чистая медь. Такое тоже случается. Ну, на этом, ребята, пожалуй, и все. Не пропускаем мои последующие выходы. Скоро будут копы, шурфы. И чтобы не пропустить интересный выпуск, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, и вы всегда будете первыми на просмотре. Не забываем ставить пальчик вверху и оставить какой-нибудь комментарий, задать вопрос. С интересом, с удовольствием отвечаю на них. На этом и все. Всем пока. До завтра. 6-й день чистки.